На сегодняшний день я хочу всех уверить, что наши военнослужащие полностью обеспечены горячим питанием, обмундированием, и все это держится на контроле непосредственно у городского головы. Поэтому прошу, пожалуйста, все вот эти высказывания фейковые, которые распространяются по соцсетям, пожалуйста, не брать во внимание. Действительно, большая нагрузка идет сейчас на муниципальные все управления. Мы работаем в этом направлении, работаем, не покладая рук. Поверьте, что все, что возможно, власть полностью все делает. Город находится 24 нон-стоп постоянно в этой работе. Все военные максимально дают свои заявки, и мы их оперативно рассматриваем. Подключаются как неравнодушные жители города, точно так же наши все городские службы подключаются. Все это закупается, все это передается на нужды армии. Я не буду останавливаться непосредственно по цифрам, потому что они ежеминутно меняются. И если я сейчас скажу, что мы передали там 200 пар берцев там, в какую-то часть, это будет уже обманом, потому что передается постоянно и количество меняется. Поэтому все неравнодушные граждане города, если кто-то хочет что-то помочь и дать, не создавайте панику, пожалуйста, набирайте... Мой телефон, он 063-635-0265, и мы все организуем, и все передадим, и всегда отчитаемся за вашу помощь, которая передается городу.